В Кашхабльском районе продолжается вакцинация от коронавируса. Напомним, что она организована на базе Кашхабльской центральной районной больницы на Тырбовской, Вольнинской и Дружбинской врачебных амбулатории. На сегодняшний день число привитых в районе достигло 1093 человека. Вакцина по-прежнему единственный способ защитить себя от инфекции. Но пока коллективного иммунитета еще не выработано, не стоит забывать о мерах безопасности. Вакцина в первую очередь это безопасность наших жителей. На сегодняшний день прививка – это единственный способ уберечь себя от коронавирусной инфекции. В Дмитриевском сельском поселении уже привито 150 человек. Население активно идет и понимает важность этой прививки. Но у многих есть сомнения и опасения, многие боятся последствий. Но все желающие сделать прививку «Спутник Ви» обычно переносят ее легко. Возможно, легкое недомогание, которое проходит через 1-3 суток. Прививка «Спутник Ви» безопасна и не вызовет заболевания. Зато после нее у вас появятся антитела. Тайбат Махмудовна Пшизова полгода назад переболела коронавирусом. По истечению времени женщина решилась на прививку. Она отмечает, что вакцинация значительно снижает риски повторного заражения и защищает от тяжелого течения болезни. Я решила привиться, потому что смотрю, многие прививаются, не боятся этой прививки. А теперь смотрю, эта болячка пошла заново, поэтому я решила привиться. Обезопасить себя, свою семью, своих внуков, своих детей. Отказываться от прививки не стоит даже тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител COVID-19 уменьшается и возникает опасность повторного заражения. Поэтому подстраховаться и обеспечить более мощный иммунитет будет не лишним.